Новый дом культуры построят в селе Ковран Тигильского района. В новом здании местный ансамбль «Эльвель» сможет с комфортом проводить свои занятия. Это один из самых знаменитых коллективов на Камчатке. Здесь обучаются народным и тельменским, и корякским танцам. Многие выпускники «Эльвеля» сейчас работают в ансамблях «Менга» и «Каритев». Сейчас же «Эльвель» репетирует в старом здании, которое постоянно ремонтируется силами местных жителей. Об этом рассказали губернатору края Владимиру Солодову, который приехал в Ковран с рабочим визитом. Ветхая, по сути, вынуждены репетировать в таких условиях, абсолютно не приспособленных. Пока проекта нет, есть только примерно наметки по площадке, но будем разрабатывать его с тем, чтобы такое развитие сил придать, и чтобы могли реализовать здесь и туристические перспективы, и перспективы такие именно этнокультурные, связанные с сохранением этельменских традиций. Село уникальное, единственное такое в своем роде этельменское село, которое сохранило свои традиции, несмотря на малую численность, удаленное положение, продолжает развивать и сохранять, приобщать к ним молодежь, к традициям коренных народов. Здесь замечательный ансамбль, который многократно становился победителем различных конкурсов за пределами Камчатки, всероссийских конкурсов. Видно, что люди стараются, развивают и образование, и культуру, но, конечно, много проблем в селе есть. Кроме того, Владимиру Солодову рассказали о трудностях со строительством жилья. Позволить себе собственный дом может далеко не каждый, поэтому люди, которые приехали и полюбили село, десятки лет живут в съемных домах. Главная и первоочередная – это проблема с ветхим жильем, которое, к сожалению, не попадает в программу. Будем недостатки, которые в нормативке есть, стараться устранять. Сейчас в данный момент нет возможности финансировать расселение аварийных домов, блокированной застройки. Будем смотреть, каким образом решать. Скорее всего, все равно путь в индивидуальном жилищном строительстве и в содействии строительству со стороны краевых властей, чтобы жители могли сами, собственно, жилье строить, потому что многоквартирные дома все равно вряд ли такой эффект дадут. Нужно, чтобы и огород был, и какой-то участок, и чтобы была возможность продолжать такой вот привычный образ жизни сельчанам вести. Добавим, Ковран – это село в Тигильском районе Камчатского края. Образует сельское поселение село Ковран. Его население, по данным на 2020 год, составляет 237 жителей.